Украине придется мой поклон, сказали, да, нахожусь сейчас возле Киевской городской державной администрации, хочу вам показать очень интересный дрон, который здесь создали сейчас. Ну, во-первых, автомобиль, мы постоянно собираем на автомобиле, а во-вторых, тут дрон-переможця, вот, дрон с этих, с муляжей, с дронов, да, дроны, которые фактически убили все российское наступление в этом году. Маленькие наши помощники, дроны, которые перемолотили со вот этими маленькими пропеллерчиками, да, перемолотили все российское наступление в хлам. Российскую армию помножили на ноль. И они не так и не нашли против него противоядия. Да, ребятки, вот такой вот у нас есть дрон перед Киевской миской. Військовой, ну и гражданской администрации, тут вся, да, но не суть важна. А еще в этом месте был поднят наш флаг в 90-м году. Видите, написано 24 липня 1990 року. В этом месте был поднят наш украинский прапор. Вот. Ну, трон дуже гарний, то, что надо. Так что, всем привет!